Сегодня видео про замену задних амортизаторов. Автомобиль Mercedes 210, мотор у него 4.3, у этого это авангард со спортивной ходовой частью. Вот, чтобы поменять амортизатор, вот надо снять колесо, так удобней. Снять пластиковую защиту нижнего рычага. Вот она. Вот она крепится двумя болтиками на 10. Вот раз дырочка, два дырочка. И вот эти четыре пластмассовые защелки. Вот когда мы ее снимем, мы увидим болт, который крепит амортизатор с нижней стороны. За нижний край. Вот. Перед тем, как его полностью откручивать, надо поддомкратить этот рычаг. Вот как сейчас стоит домкрат. Иначе, ну, даже может пружина нам выскочить, потому что рычаги очень сильно отклонятся. Вот это нижняя часть. Гайку я открутил. Вот верхняя гайка откручивается через багажник. Через багажник. Так, вон она. Ну, это правая сторона, с левой стороны то же самое. Можно вот обшивку немножко, одну клипсу с обшивки снять. Вот, немножко ее оттопырить и открутить. Значит, чтобы там стоят две гайки, они законтрены. Вот, чтобы открутить, надо специальный ключ для амортизаторов. Ну, я использую самодельный, потому что вот такой, да, с прорезью овальный. Потому что резинки, они не дают гайку открутить, как бы не держится. Вот. И как бы ключ надо подобрать, вот эту прорезь толщиной 5 миллиметров. Потому что есть большие ключи. Вот, они не подходят. Ну, соответственно, когда верх открутим... Оказывается, Молотова проблема, ебаная сетью. Да, здорово. Да вообще, через 20 минут наладим. Я говорю, идиот. Кайф, мы тут в полной молодцы. Тишине даже стучать запрещаем. Все. Ты зашел, ты испортил, блядь. Ничего не испортил, нормально. Это рабочие моменты. В общем, вверх откручиваем, вынимаем амортизатор. Вот, и снизу также откручиваем, вставляем новый. Обязательно надо поддомкратить. Но это элементарно все сделать около дома. Вот, на домкрате. Ну вот, правая, левая сторона идентична, за обшивкой. Вот, больше ничего откручивать не надо. Ну, всем удачи в ремонтах, не ломайтесь.